Достали хайповые ублюдки. Хочешь вспомнить то, как летсплеи делаются? Тогда канал «Садись и играй» именно для тебя, пачан. Садись и смотри канал «Садись и играй». С комментариями, позитив и полный трэш обязуется. Ссылка в описании. Ну что ж, пачаны, вот еще один человек, который знает, что у меня есть нехватка вещей. И этот человек подогнал мне, блядь, тематическую шмоточку, блядь. Шмоточку эпик. Вы, наверное, уже по волосам подумали, что это какой-нибудь аниме-персонаж. Или или Вожелинг, да, там волосы будто бы рыжие, видишь? Так, но у Вожелинка лоб умней. Умней. Надбровные дуги дегенеративные. Глаза будто бы под лирикой. Нос нечеловеческий. Какой-то... Господи! Это выглядит ужасно. Ребят, это что-то квадратное. Как думаете? Остановите, напишите в чатике. Так. Нося... Чечня, наверное, да? С таким носом, блядь. Нет, нет, нет. Так, ладно. А это... А, зубы, зубы, как вам, блядь? Обкакашечные. Опа! Опа, блядь. Смотри, его лицо даже определяется тут. Лицо? Ну вон, как это можно назвать лицо? У него вот... Блядь, он... На Олеге он нормально, кстати, смотрится, а вот у меня все скукожено и будто бы вообще уебище. Ну, вообще и так уебище. Так, нам надо сейчас дорогу перейти. Безопасно. Ага, это поэтому мне придется отвлечься, пацаны. В данный момент мы идем в ленточку. Вот. А нам только нужно, блядь, до входа в ленту допить. Ну или в ящик тупо засунуть. Вот этот человек, Ваня, он... Я Ваня. А? А, блядь, Владос, ну Ваня, Влай, Ваня, Ванес, Владос, блядь. Я Владос тупо дизайнер. Владислав, ладно. Так вот, в компьютерный клуб Влад принес еще и виски, ёпта. Вот что значит человек, который всегда, блядь, берет что-то с собой. Вот это идеальный тип фенов. Не так ли? Да. Типа, приходите, если ты без бухла вообще. Ну, так-то да. Так мы же на стримах, пацаны, всегда, если адрес встает известным, начинаем его палить, то, соответственно, мы ждем гостей. Можете приезжать, блядь. Только захватите с собой там пивосика. Вон, прошлые ребята тоже Карлсберг, блядь, взяли штук 6-7. Вот. Просто посидеть, попиздеть, побухать. Если... Но в основном те, кто бухло приносили, они так много не пили, блядь. Они просто спаивают, блядь. Владосу, кстати, у Владоса, блядь, Савельича аудитория взрослых нормальная. Причем я возле его дома... В магазине Владос после этого опять микрофон выключал и говорил, типа, ничего не говори эту историю ни в коем случае. Но я все равно рассказал. Я в магазине такой ищу винцо, и Владосу пивос надо было взять. У винного прилавка стою, и ко мне чувак такой подходит. Он, не, он точнее рядом стоял, он рядом стоял, и такой... Ну, я-то увидел, он такой подозрительный, блядь, в джинсовых шмотках, чисто, вот знаешь, как просто джинсовый, курточка такая ебучая, на пуговичках, блядь, и джинсы. Вот, вот этому хую было лет, как он сказал, 36 лет, но он никого вообще не смотрит, блядь, кроме Владоса и меня, и Мафаки, блядь, прикинь, насколько... Типа, ну, такой, однажды установил. Да, да, да. Просто зашел на YouTube, нашел себе своих кумиров и просто. А ему YouTube больше ничего не рекомендовал. Ну, у вас, может быть, может. Может быть, у него отблок, блядь, на всю парашу стоит, и одни нормальные каналчики, блядь, высвечиваются. А прикинь, реально, отблок, который бы блокировал каналы с отрицательной репутацией, блядь. А ты типа.
Ну, это тогда бы как родительский контроль было бы, однозначно. Ну, да. Для пиздюка установил, чтобы хуёвые каналы. Может быть, в будущем, кстати, такое ведут, вполне могут. Или ты, короче, бабки донатишь, и тупо жопича никто не смотрит больше, потому что не могут найти его в ролике. Ладно, еще в ленте, пацаны, попрапсим. Пока вот пивос... Ну, пивос надо как-то... А, или там можно оставить его, блядь? Ну, у меня, понимаешь, оно выветрится, блядь. Сейчас я крышечку найду. У меня, потому что всегда крышки, блядь, валяются. Серьезно? В смысле? Вон, самко, блядь. Я говорю, у меня все время... Я потому что не мусорю, блядь. Я как бы, если не вижу урну, я лучше эту пробочку возьму. А если какая-нибудь туалетная бумага у меня будет в кармане, я его выброшу. А естественно. Бутылку тупо? Крышку нет, в пизду. Крышкой можно, блядь, ногти поебашить потом. Ну, как пилочку, блядь, поиспользовать. Ну, да. Вот, так что я как этот... многозначимый нож, который, знаешь, там в ноже имеется ушная палка, блядь, зубочистка, нахуй, вот эти супер, блядь, раскладные, ёпта. Ну, знаешь, там много всяких этих напилки, вот. Швейцарский называется. Какой? Разве швейцарский? Блядь, точно называется он так, швейцарский. Да, швейцарский нож, который имеет много функций, блядь. Да. Нихуя себе. Можешь спросить его. А то Брамер, блядь, и не знал. Я думал, есть только швейцарский стол там, блядь. Че такое швейцарский стол? Швейцарский. Че это такое? Смотри, какая-то херня на моем носу висела, блядь. Похоже на это. Давай я поправлю. На насекомое, давай. Надя. Футбольщики играют. Рэм-дига. Рэм-диги. Это, кстати, один из самых огромных магазинов, да, местных, по-моему. Ну, я такой в Пензе не видал, кстати. Да? Сюда только приехал. Pull and Bear, это паб такой? Якорь какой-то, блядь, и пир. Хуй знает, я там не был. Ну, пиво это Bear, блядь? Да. Что-то спьем сразу, значит, папчик. Можно будет туда зайти, Алинины бабки последние. И никуда она не уедет. Будет просто у топ-хаты рядом стоять, а мы ее... Не-не-не, в придомовой территории, блядь. Вежелинг не мусорит. Ну, потому что мне нечем больше пива. Хотя, подожди. Два лица определяют. Но мое лицо важнее, я думаю. Больше определяется или нет? Хотя там, блядь, пропорционально, но вот тупая башка, блядь. Ладно, все, погнали мы. Чё, в магазин. Или попьем пивка. Или тут не рекомендовано пить пиво. Да я не знаю, а чё? Хотя похуй, давай попьем тут. Вот, пацаны, впервые пользуюсь автоматизированным автоматом. Буквально минуты две понадобилось, чтобы освоить, чтобы Ванес освоил, Владик, я все буду тебя, блядь. Смотри, прикол, тут же получается школьники теперь могут бухло покупать, правильно? Здесь, а паспорту не хочешь, все. А кто проверит, компьютер, сотки. Что ли? Топ геймер in the world. Так, завершить. Подожди. Это тоже надо пробить, вот эту хуйню, по-моему. Пакет? Потому что там, да, штрих-код есть. Это же пакеты, блядь, платные. По-моему, блядь. Не, я думаю, ты что-то это... Подожди, пакет должен быть платный, я тебе говорю. Я помню, Олег пробивал, блядь, как-то. Точно? Подожди, ты же на кассе покупаешь пакет. Там по 2, по 3 рубля, блядь. Не везде. Пятерочки нет. Хотите продолжить? Да, не везде, блядь. Давай, может, English нажмем, тогда пакет, блядь, с ножками Буша будут доступны. Я хуй знает. Да не, давай без пакета попробуем. Ты хочешь в руке все нести? Да. Завершите и оплати. Пакет возьмем, но... О, белый... О, я же говорил, белые пакеты, блядь. Один. А может быть... Вот. А если мы наебем? Да. А? Ты тут в какую сторону? Видите количество взятых пакетов. А если один? Все равно не засчитывается. Ну окей, вот. Ах, сука, блядь. Я же говорил, по двору, они за пакеты, блядь, тебе мать продадут, ёпта. И покупки не отдадут. Покупки не продадут. Товары изъяты из зоны. Товары. Верни!
Смотри, что пиздит. Оповещение из зоны упаковки. Товары взяты из зоны упаковки, верните товар. А где зона упаковки? Вот она же. Вот. Иди сюда, ложи, блядь. Ты должен, наверное, без пакета. Без пакета. А, необходимо подтверждение. Блядь. Сука. Да пиздец. Подтверждение. По паспорту есть у тебя? Все. Такой интересный автомат у вас тут. Мы первые сами его видели. Это с Японии будто бы, блин. Вот реально. Вот в Японии так все круто. Реально пацаны, блядь. Так, давай по фразу. Воспользуйтесь. Да. Пин-код не спали, а то да, потом... Да, да. Я буду вон. Хотя, ладно, я могу сказать. 6678. Все, по идее, как чек. Чек выдал. Нихуя себе чек. Как будто мы купили, хуй знает сколько. Ну, для всей семьи, блядь. Ну, все. Первая покупка японским автоматом, блядь. Сначала спасибо, это... Никас... А, точно. Точно? Как я мог, блядь? Ты как без пиваса собрался идти вообще? Не, ну, я бы открыл тот. А как бы ты? А потом, как он закончится, ты бы вспомнил, такой, блядь, пиво. Ну, пришлось бы. Я помню... В Лебане, когда пошли в сельпо, в Крыму, когда он был Украиной еще, пошли в сельпо, я покупаю пивоз, довольный гул, еще котлету по-киевски, это вот первая котлета за разумное существование мое, я в детстве жрал котлеты, блядь, но потом я перестал их, они как-то мне показались говняным, и в Лебане посоветовал их, я попробовал киевские котлеты, довольный выхожу, проходит день, и я вспоминаю, что вот когда мне камера нужна была, вспоминаю, что камера у меня оказывается в ящике, блядь. Я возвращаюсь в эту сельпо, говорю, вот, блядь, я вчера с рюкзаком оставил своим, который мой самый единственный топовый. Возвращаюсь, говорю, вот, вчера забыл. Вот так, что за камера была, какого цвета сумка, блядь, пришлось вот эту херню всю назвать, потому что она уже, ну, security была. И все. И благовернули. А то камера была моего батька, блядь. Вот кассетная, это самая первая моя камера, на которой я снимал видосы. А как ты цифровал? Ну, это DV-шная камера. А-а-а. Sony Vegas, это хуйня DV. DV-камера и все. Выбираешь DV, и там, блядь, должно прям считываться по кадрам. Очень муторно. Но зато было тогда очень интересно заниматься этим говном. Ну и да, типа... Ну, первые впечатления все такие. Это, считай, я как настоящий задрот вот этих всяких камер-кигамер испытал на собственной шкуре. Как вот всякие Балабановы, блядь, Родригесы, блядь, Фрапсилис. Они же Фрапсилис сначала на ленточные, как мегагловы, ёпта, с панинами. Я тянок зафрапсил, они там охуели. Удали меня, удали. Знаешь, да, есть такие люди? Удали. Не надо, не снимай, пожалуйста. Не надо, не фрапси. У меня парень сейчас, видите, все, короче. Вот респект секьюрити, никто не повыебывался даже. И баба могла бы сказать, не снимайте наши автоматы, они несут секретный смысл, тут пусковые установки. Могла еще на такую тему? Что вы говорите про Японию? У нас тут не Япония, у нас тут социализм. Демократия. Где мы? Мы вышли на улицу. И теперь можно блаженственно напить пивка. А можешь мне пивос открыть? Глазом? Не, глазом я вот это не открою, блядь. С пробкой, с крышкой точнее, у тебя пробка, я все путаю их, блядь. Я помню, у меня в детстве был знакомый, который... В детстве, ну, какой знакомый? Кореш. Кореш, я можно его буду назвать. Слушай, а сзади у меня ничего не написано. Мог бы сделать задний принт, типа, Вазелин топ-гаммер. Я хотел две футболки сделать. Или как, типа, письки, ну, нечто похожее на письки, блядь, идут в рот. Ты прикинь, что? Я сегодня, прежде чем вот
напечатать эту футболку, звонил в три компании. Они говорят, мы с ненормативной лексикой не будем печатать. Ага, прикинь, ага, такие, ну, да, типа, мы не можем печатать с ненормативной лексикой. Я такой спрашиваю, типа, а ты в какой-то, хера? В итоге ты сам решил шить, да? Пошли эти конторы пензенские нахуй. Крестиком вязал, хули. Я буду сам везуном, швеей. И там, знаешь, как это, обычно в фильмах, вон, «Убить Билла», блядь, сценка была, когда Ума Турман, блядь, узнала о мече, и там кадры были, блядь, как кузнец, нахуй, хуярил, сделал день-ночь меч, потом такой выставляет, о, ну, еще попрактиковался, и так же ты с футболкой, блядь. Да как хочешь. Несколько лет, вот уже это самое, блядь, событие. 800 лет до нашей эры, блядь, создан. Ебать, на нас прям едет. Номера. Бля, пойдем лучше туда съебемся. Номера что? А у меня может отпиздить за то, что я номера спалил? Ну, так-то по номерам можно много всякой хуйни узнать. Ну, по базе ГИБДД, блядь, штрафы, хуяфы. Ну вот Савельича так и чекали, блядь, по номерам, он что, раньше не скрывался? У него тачка есть? У него была, блядь, BMW X8, ёпта. А в смысле, блядь? X8? Откуда? Блядь, у него была BMW X8, это во-первых, во-вторых, у него была дача, но он ее называл так, а я ее называл это коттеджем, потому что там даже, во-первых, знаешь, на крыше, блядь, у него вода стекала, ёпта. А погоди, дай сделаю предположение. У него вода... наследство было такое, или что? Нет, это он зарабатывал, блядь, с Ютуба, с рекламы, блядь. Это в прошлом, блядь, звезда номер один, нахуй. С Трахтенбергом они вместе выступали. Что-то чувствую я наебочку какую-то. С легкую. Ой, блядь. Короче, ты, наверное, видел такой клип, там, где толстяк такой поет на американском. Точнее, на американском, блядь, рот мой, ноги, блядь, на английском, нахуй. И это был саундтрек к мультику какого-то. Там такой голос, он потом орет. Бородатый такой толстый мужик. Я хуй знаю, честно. Не могу это вспомнить. Саундтрек, вот популярный саундтрек, там еще даже в кадрах, блядь, какие-то драконы летают, дракон, спасающий царевну какую-то ебучую. Так вот, не суть. Дело в том, что мы с Эдиком как-то раз сидим у компа, приходит Ярослав, Чечня, и мы начинаем Эдуардовичу говорить, что это Савельич. Это Савельич, да, что это Влад, сейчас он запил и все пропил, у него там несколько детей, которые, нахуй, пытаются поделить его имущество, и вот он писал саундтрек его к этому мультику, блядь. Он поверил, Серьезно? Ну это Эдик, ты че, блядь? Вот дебил, блядь! Тихо, стой. А нахуй мы сюда перешли? Блядь, я нахуй! Ты засними эти островки, ебаные! Мы просто перешли и тут дальше нихуя. Как отсюда уйти? А, нам туда вроде, да, точно. Чувствуешь себя Робинзоном? Бля. Нахуй. Вон нам туда, Дюр. Макдональдса, блядь, 2 километра, нихуя себе. 2 км, мать его, блядь. А мы эти 2 км вчера шли. Нам что-то пожрать и кофейку, блядь, въебать захотелось. Ты осторожней, оператор, блядь. Да я... Тихо. В смысле тут, блядь, переход? Ну, блядь, слушай, я боюсь всегда этих машин. Им-то похуй, они забьют и все, пиздец. И потом... Из-за этой футболки погибнуть, блядь. Тупо сейчас папич едет, блядь, и не пропускает на пешеходном переходе, блядь. На таком зомби-давилке, блядь. Колеса все с шипами, блядь. Как колесницы в троях, блядь. И хуи вместо колес.
Ладно, все. Чаны, на этом, я думаю, зен. Ну-ка, дай-ка я рыбку попробую, блядь. Ты ее не распечатал? А, у нас там еще, пацаны, что мы купили, кстати? Пивоз, какие-то багеты непонятные. Пиццы, это их назвали пиццей. И еще рыбку, пивку. Вот такие дела. Тоже... Смотрите, блядь, Симчанский. Сейчас, пока с интернетом проблем нет, потому что на коттедже могут быть траблы, блядь. Ну, первое время. Особняк. Если выбранный вами товар не подошел по цене или размеру, поэтому оставить товар в корзине. Смотрите, пацаны, одни игрушки, это получается какие-то родители, чьи-то родители взяли игрушки, показали ребенку, что возьмут, а потом оставили, блядь, удостоверившись, что это им не по карману, блядь, то есть штрих-код. И мы сейчас в данный момент выбираем, блядь, мне краску. Будем обесцвечиваться, Олег? Да. Обесцвечивается полностью? Вот этот вот. Не, мне вот эта вот больше свечка нравится. Это будто бы, ёпта, убить Билла. Хули она косит, там, под убить Билла свечка. Свечка, ёпта. Кисточку я не знаю. Я вообще даже не хочу давать им красить свои волосы, если что. Но задоначено будет сделано, так уж повелось. Вот. В этом видео увидите. Печаны. Чаны еще нашли краску за 314, вот эта вот красочка за 81 гривен. Какой гривен, ёпта. Белорусский, вот этот рубль, блядь, когда он был. Смотрите. А натуральный цвет волос, из натурального светлорусого мы получаем вот такой оттенок. Русый, а где мой цвет волос? Что получится? Блядь. Как, блядь, у меня типа темно-русый, что ли? Я дохуя темно-русый. Осветлиться, ну как он осветлится? Я вообще хотел бы... Если все так и осветлится. Я хотел бы, как у Гарольда, блядь, белый при белый. У тебя такие волосы будут, смотри. Белый при белый. Что, берем еще? А если вот этот? Ну-ка, посмотрим. Берем еще? Русый, так. Ну, это вон отемняющее. Это осветляющее, блядь. Бред. Пацаны, в итоге мы... Не мы, а они взяли для меня самую дешевую краску за 85 рублей. 131. Ага, 130. Еще в чеке. Это не по карте лента, а если по карте лента, ёпта, изолента. Карте лента? Нету карты лента. А вот как-то они странно, смотри, видишь, как спиной к нам стоят и отоваривают. Просто там цена берет количеством, а не качеством, понимаешь? Там да, такая. Нет, там коробка. Даже картинка лучше, там... Вот здесь вот цвет, ну вообще бабки, ёпта. Тамара Ивановна и русички, блядь. А вот там нормальные. Слушай, я тоже, наверное, осветлю. Где? Ага, вот тогда берите за 314, это моя краска. Не трогайте ее. Это мое. Нет, я не понимаю. А почему здесь кассиры, блядь, спиной стоят? Сидят. Вон, неуважение. Пацаны, взяли эту красочку, вы, наверное, задались вопросом, какого хуя вы не взяли принадлежности, а там, ну, эта краска за 85 рублей, которая имеет все принадлежности сразу в комплекте. Давай, пацан. А еще на заднем обороте написано, что из вашего цвета может получиться. А из моего цвета знаете, что может получиться? Там даже не написано. Там только... русые какие-то, светло-русые и темно-русые, блядь. И что из них можно как обесцветить? Этой краской бомжатской. И вот такой вот хуйней меня хотят утилизировать. Я понял, это заговор против самых великих людей. Меня, то есть, ублюдки. Почему? Предатели! Чупашка шипнула. Предатели! За что? Взяли! Меня хотят такого секси-боя, блядь, превратить в какую-то обесцвеченную какашку. Катализаторы. Тотализаторы, ёпта. 24 часа лента, блядь. Ленточный черт. Куда, туда? Ты уверен? Они пропустят нас? Хотя мы по зёбрышке идём. И резко дает ходу. Он же может ходу дать, не так блядь, ли? Блядь, они чё... Вот, сука, насчет чего в Питере, блядь, эти уебаны хуй дорогу уступят. А если уступят, то, блядь, продолжают ехать, мол, быстрее. За 90... Ну, блядь, естественно, быстрее. А давай, блядь, просто... Мы ж можем
прям тут покрасить мне волосы на ребре, блядь. Будем красить, а что? Это такой хуелин челлендж. Покрасить волосы, блядь, на зёбрышке. И в зависимости от сложности, тем больше респектуха. Сначала вот такие вот дорожки, которые там пару метриков. Потом вообще возьмем шоссейки, магистрали целые. Фу, блядь. Покраска волос на магистрали, блядь, на третьем транспортном. Не знаю, что получится, пацаны, но мне это не нравится. Я скоро с Пензы буду уебывать. Вы не донатите, потому что... Все, что, я приехал. Блять, я также дома могу сидеть и играть, и тем же самым заниматься. Так что, I'll be back. Пацаны, итак, сегодня будем готовить взбитые сливки, блять. И открывать свой ресторанчик с вафлями, которые Алина захавала, чтобы возместить убытки. Алина будет поварить. Ты вафли умеешь готовить? Я блины умею печь только. Блины? Да. А, вафляные вафли. Блины. Вафляные вафли блины. Умею. Такие воздушные. Такая. Ну, так если вафельница будет, ты сможешь блин заебенить? Да. Вафельный? Да. Блин, закрой, ну, пожалуйста. Фу, блядь, а это что за пакет? Это отбеливатель. Дай вот это вот. Я понял. А ты с мылом его смешал или что? Ну, посмотри, что получилось. Блядь, дай убери, дай сюда. Ну, посмотри, что за хуйня. Ебать! Дай еще сюда, ёб твою мать. Олег, мне кажется, это пластилин. Вот сверху это пластилин какой-то. Или ленточный член. Пластилиновый. Слушай, да ты мне ассорти тут делаешь, я смотрю, из миллиона цветов. Да поебать на инструкции. А вот это навозка от свечки христианской. Ты что, свечку христианскую туда наебенил? Хочешь меня в свечку покрасить, чтобы я горел? Гори, гори, ясно, Вожелинг. На уж. На, это сними кофту куда-нибудь свою, блядь. Кирилл, сними кофту. Должен быть пакет. Вы должны будете пакет пакетом загерметизировать голову потом, чтобы ничего. Не надо его герметизировать. Надо, блядь. Надо. Прочитай инструкцию, надо или нет, блядь. А, где эта инструкция, блядь? Ты ее уже сжег нахуй. Да я еще прочитаю. Как каталисты, блядь, сжигали всякие книги там. Нанесение на всю. Между прочим, сегодня 10% убирай, все, давай. Фу, бля, уже воняет. Тихо ты. Ёбаный мудак, тут надо сразу наносить. 10%. Это что за биомасса? Это в синий цвет? Убирай, блядь, очки свои. Это, ты меня в синий цвет хочешь покрасить? Алина, направься. Давай. Только не нажимай на кнопку, хорошо, которая на попке. Блядь, я камеру закрыла. На кнопку, давай, которая на попке находится. Ладно, давай. Будем фильм снимать. Ох. Ну я очки-то могу одеть? Или ты хочешь меня всего, блядь, извозюкать? Айвазовский. Олег Айвазовский. Олег Айвазовский. Майк Вазовский. Блядь, я все же начинаешь поебаться. Олег. Ну вон, а чё это? Чё, уйди отсюда. А чё ты за синяя хуйня, слышишь? Обеливайте. Волосы точно не надо мыть? Да, я с какой-нибудь стороны. Волосы ты и, бля, так это приятно, слушай, будто бы ты заигрываешь со мной. Олег, да ты заигрываешь. Да ладно тебе, да чё ты, да брось. Слушай, это уже будет вонять, ты в курсе? Я недавно вычитал такое, что баба с Азербайджана красила, ой, не, с Таджикистана, ёпта, красила. Ты можешь не дёргать? Я, она откинулась, блядь, из-за того, что оказывается... Бля, мама, прости меня. У неё аллергия была, блядь, на вот это вот дерьмо. И она откинулась, блядь. Блин, так жалко рыженькие, да, волосы. На вашей совести, если вот это не вернуть будет. На вашей совести. Бля, прикинь, такую красную изобрели, которую больше не вернуть, ебать. А почему нет? Вот посмотри на Кобзонича. Это не так делается, я больше чем уверен. Да? Рези? Да. Алин, давай ты. Из рыжего песика в белого песика. Буду теперь белым пенисом размахивать. Какой цвет-то? Альбиноскин. Пепельный. О, у меня пепельный был тоже. Это не так делается, ребят.
Я отвечаю, это не так делается, блядь. Это ты говоришь? Да. А что ты нахуй ты тогда так делаешь? Я не понимаю, ты говоришь, что это не так делается, но ты продолжаешь это делать. Как это может делаться? Прикольно. Да, блядь, вылей просто эту хуйню, я затрибы, и все. Ты сам, блядь, предложил. Давай, махни. Ты просыпаешься лысый, синий башкой, блядь. Ну, по-моему, что-то вообще не... И что это за бадья? Это что, Олег? Да не трогаешь ты ее, блядь, да химоза ебаная. Я вон, блядь, чекаю своим пальцем. Да эта краска дешевая, что от нее будет, блядь? Чего от нее будет? Вот именно, а дешевой краски можно. Знаешь, что сделать? Вообще, блядь, все потерять. Все, что было, я потеряю дешевой краски. И за дешевой краски. 84 рубля, блядь, полный комплект вместе с тарелкой, блядь, стоил. Открой мне ебаные комменты, бля, я прочитаю хоть правильно, блядь, и правильно. Ты должен прям в гущу моих волос, которых почти мало. Да ты, блядь, понимаешь, там нужно фольгу накладывать, блядь. Так иди, фольга там есть. Да это твоими волосами, блядь. Твоими волосами. Вот если не получится, я второй раз не буду делать. Я тебе говорю, второй раз я не буду этой хуйней заниматься. В Гарольда превращаться, блядь, по такому кругу, ну нахуй. Если бы у меня была бы такая же белая пизда, альбиносовская, то я бы вполне... Ты меня спрячешь, детка? Да, да. Угу. Фу, бля, я слышу, у меня на большом пальце и на указательном, да и на безымянном теперь эта краска. Она отчасти липкая. Открой мне чат, бля, я хоть узнаю, может, что я не так делаю. Бля, так что делаю, блядь. Давай, блядь. Больше нежности. Алин, почитай, пожалуйста, еще комментарий. Алин, давай ты своя ручка, хули ты кофе пьешь, блядь. Не хочу. Руки пачкать не хочу. А как тебя, блядь, там накрыть? Блядь, он мне не показывает чат. Пришлите в донатах, что делать-то надо, блядь. Так, не так? По-моему, не так, блядь. Вот если я потеряю, Олег, эти волосы, мои рыжие волосы, пакли, будут тебе преследовать, как в этом... В проклятии фильме, нахуй, волосы там в углу мои режут, только не черные, а режут. Сейчас похож на Сальвадора Дали, между прочим. Давайте мне муравьеды, чтобы лизнул тебя, детка. Угу. А что, муравьед тебя бы лизнул? Муравьед. У него язык длинный, ёпта. Слушай, у меня чесотка какая-то, блядь. Олег, ну... Вот я не понял, зачем ты мне спину еще намазал? Неужели ты хочешь и волосы на спине моей? Надо корни, Олег, покрашу. Так какие нахуй корни, блядь? Как порнок снимаем. Я с кофе порнок снимаю. Не, если это корни минус, не, корни кокс нахуй. Я лучше лысый буду ходить, чем вот таким вот. Слушай, по-моему... Выглядит, будто бы сверху полиэтилен, блядь. Так-то поверьте. Почему я в полиэтилене, блядь? Мои волосы в полиэтиленовом пакете. Мои волосы в полиэтиленовом пакете. Знаете, она... Все, сиди так, блядь. Так, блядь. Если будет ей... Блядь, слушай, у меня... Мне кажется, у меня как аллергия. Куличик пасхальник. Какая аллергия, блядь, не накручивай. Иди промой лучше уши. Я тебе говорю, у меня... Ну, уши, говорю, промой. Кстати, гореть будет немножко. Да, иди и уши промой. Так у меня горит, сука! У меня горит. Я тебе говорю. Пошли в ванную, иди сюда. Давай мне полотенце. Иди в ванную сюда. Салфетку. Гитлер. Давай его. Давай остановлю я. Что видео. Ты остановишь? Видос. И потом, что получилось, да? Ну да. Иди сюда. Уши мои. Единственное полотенце, которое осталось. Уши. Да, уши полностью. И затылок. Затылок там, где нет волос, отсутствие волос полное. Мне кажется, вот это вот горение не просто так. Оно просто выжигает мои волосяные луковицы. Блядь, там нечего выжигать. Ты состав читал? Серная кислота и азот натрия из Чернобыля.
Блядь, такой забавный. Ну, блядь, скорую будем вызывать, весело. Ты себя не накручивай. Достаточно окно открыть. Я на новость-то, блядь, не просто так. Может быть, сам Господь Бог пожелал, чтобы я на новость эту ебучую наткнулся, блядь. Что тёлка из Таджикистана, блядь, взяла, когда волосы красила, откинулась, блядь. Ну, я пока нормально себя чувствую. А? Да, дай сюда, блядь. Зачем ты? И сколько минут вот так вот сидеть? 20 минут. Чего, упал? 20 минут, у меня все проезд. Я 40 тогда. До мозга костей. То, топ обесвечивания, обесчистивания топ-геймера, обесчинивание, да, обесчинивание, ёпта, топ-геймера прошло неудачно, волосы мои настолько стульки, что только, блядь, гуру-мастер, ёпта, пармезан может с этим справиться, с моими волосами, хуй кто, не она. Никто не может справиться с моими топ-геймерскими волосами. Ха-ха-ха. Утилизировать их решили? Что, опять сразу камера? Да? Чаны, вот обесвечивание. Вообще, осветилась хотя бы немного моя башка? Ну, немножко, да, но все равно... Леб, блядь, по-моему, кажется, будто бы я голову просто помыл. В данный момент оцепили все улицы, потому что мы идем, блядь, с котом Леопольдом. Вот, новый дружи, который, блядь, на топ-хате будет. Топ-хата, дай да боже, ближайшие деньки. Вы это, если видите, да, там еще прирол будет, блядь. Вот, в этот видос я если обязательно вставлю его. Не забудьте подписаться на каналчик, блядь, чувачка. Так что вот, пачаны... Не, я прервал не по твою честь. Хотя, блядь, ты хочешь сказать, что у тебя канала нет? У меня нет никакого канала. Бля, а как ты смотришь топ-геймерские видосы? Ну, блядь, он есть канал, но он такой нулевой. Не, ну ты же подписан там. Я подписан, но он нулевой, понимаешь? Вообще ничего не заливал.